флешмобы, это порадует людей, особенно порадует женщин, уставших, замученных жизнью, тех, которые забыли, кто они, забыли, что можно быть просто красивыми и счастливыми. Это уже своеобразная традиция, потому что были флешмобы в том году, тоже 1 августа, но он был не такой масштабный. Начиная с этого года мы будем проводить это уже стабильно. По России очень много городов, также у нас участвуют США, несколько городов, Китай, Рига, пожалуйста, то есть очень много по Европе девочки организовывают. Это действительно очень большое мероприятие. Мы все девчонки сегодня приходим в платьях, дарим цветок самой грустной женщине, которую мы встретим на своем пути. И стараемся создать в этом мире любовь, гармонию, уют, тепло, поднять настроение, просто быть собой. Сегодня у нас флешмоб женственности. Мы дарим добро. Я сегодня пришла, потому что это дает такое прекрасное ощущение счастья, красоты, столько девушек красивых, красивых нарядов, и приятно просто, и настроение очень долго держится после этого мероприятия. Я бы хотела увеличить количество света, добра и любви в этом мире. Я думаю, что этот флешмоб – один из способов это сделать. Подарить букет цветов с незапамятных времен – самый верный способ оказать знак внимания. А как часто в наши дни представительницы прекрасного пола получают цветы в подарок? К сожалению, не так часто, как хотелось бы. Поэтому сегодня я на этом мероприятии, которое посвящено женственности. День рождения, 8 марта. Подарок по праздникам в основном. Ой, не так часто, как бы хотелось. Своей любимой супруге я стараюсь дарить как можно чаще.